Приветствуем всех зрителей и гостей нашего канала. Сегодня представляем вашему вниманию краткий видеообзор китайского электрокара Цзиньпэн. Вот такое интересное у него название. Это очередной четырехместный мини-электрокар, который имеет небольшую скорость движения, до 35 км в час, и дальностью хода на одном заряде батарейки до 100 км. Один раз зарядите и хватит вам кататься по месту несколько дней. Тип батареи у данного электрокара – свинцово-кислотная. А гарантия на батарею до 50 тысяч километров. Какой из этого можно сделать вывод? Китайцы уже научились делать выносливые свинцово-кислотные батареи, которых с легкостью хватает на 50 тысяч километров пробега. Данный электрокар имеет небольшие габариты, потому удобен при парковке, а еще на нем могут ездить даже подростки. Мощность электродвигателя составляет 1 кВт, что приравнивает данный электрокар к обычному велосипеду, а согласно законодательству некоторых стран, он приравнивается к мопеду. Смотря в какой стране мира. Но ни в одной стране мира закон не приравнивает его к автомобилю. Цена данного электрокара составляет около $1000 США. При покупке с китайского сайта вы заплатите еще и за его пересылку. Зато потом, будете кататься почти бесплатно, по сравнению с мопедом или автомобилем, потому, если вы ездите каждый день, данный электрокар очень быстро себя окупит. Вот такой еще один, интересный вариант мини-электрокара из Китая. В принципе, начинка у них почти у всех одинаковая, только марки разные, фактически одинаков двигатель, ходовая, система управления, и несколько видов аккумуляторов. Потому с запчастями к электрокарам, как и с мототехникой, у вас проблем совершенно не будет, все можно будет заказать и купить. Вот и все на сегодня, подписывайтесь на канал, дальше будет еще много чего интересного.